Югорчан приглашают на праздничный квест. Он пройдет 4 ноября в День народного единства. И начнется во всех муниципалитетах округа одновременно в 14 часов. Принять участие в испытании смогут все желающие. Единственное условие – наличие машины. В состав команды может входить до 6 человек. После регистрации они получат задание и отправятся их выполнять. Условия конкурса пока держатся в секрете. Сообщают лишь то, что они самые разнообразные – от логических до физических. То есть нужно знать историю игры и уметь подтягиваться. Нельзя будет приступить к заданию, не выполнив предыдущее. На 7 запланированных этапов у участников уйдет 1,5-2 часа. Они собираются в 13 часов, регистрируются, в 14 часов будет дан старт. То есть они получают на руки маршрутные листы и, согласно маршрутному листу, двигаются по этапам, точкам, где их ждут волонтеры. Они на каждом этапе им дают определенное задание для выполнения. Они выполнили определенные условия, требования и двигаются дальше по маршруту. По итогу нужно будет расшифровать одну большую фразу, которая зашифрована, подсказки на нем будут давать в течение всех заданий, которые будут проходить участники. Вот. По итогу картинка сложится, и команда, которая первая расшифрует и придет к финишу, они и получат приз.